По мнению Красного Креста, это означает, что все задержанные участники конфликта, которые находятся в руках противоборствующих сторон, официально считаются военнопленными, а не преступниками-террористами. Командованием армии Новороссии изначально был издан приказ, отдельным пунктом которого ополченцам предписано действовать согласно Женевским соглашениям, а именно оказывать медицинскую помощь пленным украинским военнослужащим, давать им возможность связаться с родственниками, а также помогать вернуться домой или попасть в Россию в качестве беженцев. Однако украинские военные возвращают солдат армии Новороссии со следами побоев и пыток, содержавшихся в плену в антисанитарных условиях. Из чего следует вывод, что никаких приказов и распоряжений от Министерства обороны Украины и других силовых ведомств, участвующих в так называемой АТО, не существует.